Добрый день, друзья! Сегодня я хочу рассказать, как я использую программу Flowscape в своей работе. Вот только что я создала такой пейзаж. Итак, программа Flowscape – это симулятор дизайнера локации. Скачивается с торрента, есть в интернете. Вот папочка лежит на рабочем столе, весит она 3,5 гигабайта. Открываем папочку. Запускается программа нажатием на эту картинку. Программа загружается. Здесь нам предоставляется выбор разрешения экрана. Спрашивает на полный экран она или на часть экрана. Так и запуск Escape Reality. Запускаем программу. Ну, это несколько секунд. Ждем. Итак, по умолчанию программа выдает нам одну из локаций. Вот такая нам попалась, да? После того, как локация загрузилась, выходит рамочка с предложением, что с этим делать. Остаться здесь, stay here, сделать чистую плантацию или попробовать новую. Вот новая, еще одна новая, еще одна новая. И их тут около 20 разных вариантов. Ну, мы сделаем чистую плантацию. Так, чистая у нас не... Да, кстати, вот эта клавиша снега. Можно добавлять снег, можно убирать. Так, ну, пусть у нас такая плантация осталась, такой террейн. Значит, самое главное – научиться управлять. Те, кто играет в игры, знают, что управляется такого рода игры клавишами. Итак, несколько клавиш. Клавиша приближения на клавиатуре W. Я нажимаю приближение. Удаление. Клавиша S. Доллар. Удаление. Клавиша вниз. E. Английский. Называю E. Клавиша вверх. Клавиша вправо. A. Английский. Клавиша влево. D. Английский. Самое интересное, это как повернуть трейн. Мы зажимаем пальчиком Alt, зажимаем на мышке правую кнопочку и крутим его. Так, крутим его. Вот это нам позволяет возможности приблизить, и покрутить, как нам удобно. Ну, допустим, мы так оставляем. Дальше мы ее двигаем вправо. Вправо приближаем W, опускаем вниз E и начинаем работать. Значит, здесь нам что-то не нравится. Берем ластик, вторая клавиша, увеличим его мышкой, крутим меньше, больше и удаляем, что нам не нравится. Деревья, какие нам не нравятся, мы удаляем. Ну вот, допустим, хватит. Так, вот так оставим, да? Значит, что здесь можно добавлять? Справа имеются перечень возможностей добавления. Здесь есть деревья. Как они добавляются? Выделяем. Появляется синий кружочек. И мы щелкаем левой кнопочкой мыши. Вот выросла елочка. Но вот здесь сразу наверху есть несколько дорожек, клавиш. Первое. Дает количество. Вот оно у меня стоит большое. Значит, если его поставить на поменьше, то будет одно дерево. Допустим, одно дерево только выросло. Одно дерево выросло. Так. Дальше кустарники. То же самое добавляем. Ну, вот поставим побольше. Так, выделили кустарник какой-то и нажимаем. Вот они растут, кустарники. Точно так же цветочки.
можно побольше поставить. Выбрали красные. И усеваем все красными цветочками. Сажаем. Щелкаем левой кнопочкой мыши без конца. Щелкаем, щелкаем. Ведем. Вот они появляются. Точно так же здесь все любое. Здесь есть домики. Есть камушки тут всякие разные. Вот здесь камни можно добавить. Вот, добавить камни. И так далее. Далее есть вот здесь наушнички. Мы можем добавить музыку. Поднимаем. И у нас будет звучать музыка. Если мы хотим, не хотим, значит мы не будем добавлять. Что еще? Значит, вот эти клавиши. Итак, это первое количество добавленных. Вторая – это скорость добавления. Третий рычажок ползунок – это размер цветка. Можно от маленького до большого. Пятое – придание угла. Вот это, видите, у меня под углом немножечко дерева. Если мы поставим поменьше, значит, оно будет прямоугольное. Придать угол. Вот. Ну и далее идут разные тоже кнопочки. Их можно потом в процессе разобрать. Можно еще выбрать разные тераины. Вот, например, здесь изначально мы можем выбрать книгу. Да. И управляя Alt и мышкой, мы можем расположить свою локацию на этой книге. Можно выбрать такой полуостров. Разные варианты. Так, можем выбрать землю, поменять. Здесь есть регулировки всякие разные. Это все надо самой поиграть, посмотреть. Вот таким образом. Значит, что мы делаем дальше? Ну, вот, допустим, мы создали какую-то локацию. Так, создали локацию. Сейчас, секундочку. Давайте что-нибудь посадим. Сейчас мы посадим, чтобы она не пустая была. Я так провожу, сажаю. Цветочки сажаю. Побольше. Вот цветы у нас тут все в цветах. Нажимаем на зверюшек, посадим оленя. Ух ты, сколько их вышло, много. Ну, пусть будут. Ладно, пусть тут они целое стадо. Это потому, что у меня рычажок вот здесь. Это надо было на минимум поставить. Ну, короче говоря, когда мы сделали то, что нам нужно, все нас устраивает. Мы нажимаем пропуск на клавиатуре, и все кнопочки уходят. Теперь мы можем записать нашу картинку. Я использую для этого программу OCAM. Запись экрана. Включаю запись. И убираю ее вниз. И вот какое-то время жду, сколько мне нужно продолжительностью видео. Там секунда, 2, 3, 5, 10 минут. Ну, допустим, достаточно. Я опять достаю эту программу. Она у меня внизу на панели задач. Остановить, открыть. И вот наша запись. Я ее оттуда вырезаю. Убираю все и ставлю ее на рабочий стол. Так, вот она у нас запись. Но дело в том, что вот эта запись у нас, смотрите, идет вот с этими начальными кадрами испорченными. Поэтому я использую программу обрезки видео. Открыть файл. Вставляю туда нашу запись. Так, где она у нас, запись? Вот запись нашу вставляю. И далее рамочками убираю. Слева убираю эти белые файлики. И справа убираю. Все, ну на всякий случай еще один кадр. Все, у меня получается чистый видеофайл. Сохраняю его. И использую в дальнейшей работе. Что далее? Далее я иду в программу Prashow Producer. И что я там делаю? Ну, да, так, одну секундочку. Так, запись у меня есть онлайн.
Так. Сейчас минутку посмотрим. Так, у меня, наверное, чистой записи-то нет. Так, ну давайте-то покажем на примере. Вот, допустим, я сделала наш какой-то террайн. Давайте я все уберу и покажу. Так, удалим все. Не удалим, так. Итак, я загружаю в продюсер каким образом. Добавляю кадр и вставляю туда свою запись, уже чистенькую обрезанную. А вот дальше на него можно добавить, во-первых, файлы PNG, во-вторых, портреты, в-третьих, айклоновский персонаж, записанные футажом вместе с маской, с альфа-каналом. Вот сюда добавим, скажем, изображение PNG. Так, изображение PNG. Изображение портрета. Ну, допустим, изображение PNG. Открыть. Мы его выставляем на первом кадре. Так, как нам нужно. PNG. Далее мы его нажимаем на первую цифру, копировать следующий кадр. Ну, поскольку оно у нас не анимационное, то ничего не делаем. И вот здесь мы можем, для того, чтобы оно у нас шевелилось, добавить модификаторы. Ну, в любое место. Или на сглаженное движение, или на сглаженный масштаб. Сюда нажимаем «Добавить модификатор». Значение «Синусная волна». Меняем значение, допустим, 1. Здесь можно подобрать, как вы хотите, на 3, пускай. Окей. Что у нас получилось? Так, что у нас получилось? Смотрим. Я уже музыку добавила. Так, вот такой файл. Мы можем точно так же добавить на наш сохраненный футажик из Lawscape обычную гифку, портрет. Вот здесь я добавила свой коллаж анимационный, да, поскольку он анимационный, то громкость, естественно, мы убираем, ставим повтор. И в эффектах тоже можно добавить вот модификаторы. Я добавил на сглаженный масштаб. Окей. Здесь у нас получится так. Так, ну и, наконец, еще один кадр. Мы на свой футажик добавляем. Так, я могу показать, как это делается. Так, давайте я удалю. Так, как добавить? То есть я прошел в айклоне. На чистом фоне, на черном, создаю движение двух аватаров. Потом сохраняю их в альфа-канале. Вот я загрузила эту пару. Далее я дублирую слой. Естественно, что перед дублированием я обязательно вот здесь вот проверяю, чтобы первый кадр был скопирован вот сюда. Так, и здесь тоже. Первый кадр скопировать следующий, иначе неудачно маска ляжет. Встаем на верхний. Выбираем «Выбрать файл» и добавляем маску. Маску нашей пары. Так, когда маска загрузилась, правой кнопочкой нажимаем «Использовать как маску». Использовать как маску. Так, все. И вот у нас получается уже айклоновская пара танцует на нашем футаже. Так, вот, пожалуй, и все. Спасибо за внимание. Удачи в творчестве. Небольшая добавочка. Забыла совершенно сказать, что вот, допустим, когда мы добавляем, скажем, домик, то у нас
есть возможность вот этой настроечкой, их три, как в айклоне, вверх-вниз по трем осям, поворот и увеличение. Можем выбрать ту или иную настройку, щелкнуть по объекту и уменьшить его. Уменьшить. Можем его повернуть, как нам хочется. Так, и можем его подвинуть туда или сюда. Так вот, такая настройка еще есть. Спасибо, удачи!